10 пустых депутатских кресел не помешали ходу совместного заседания постоянных комиссий Череповецкой городской думы. Усеченным составом народные избранники обсуждали важные темы. К примеру, очередные изменения в ЕГЭ. По ряду предметов, таким как история, обществознание, география, информатика, исключены структуры контрольно-измерительных материалов, задания с выбором ответа. Ну, то, что мы называем тестами, то есть когда дается несколько ответов, нужно выбрать из предложенного. Вот уже этот процесс идет в течение нескольких лет, в частности, из математики уже в течение 2 лет исключены эти позиции. Теперь вот это уже переходит на другие предметы. Большой вопрос – оборудование в пунктах проведения экзаменов. По информации депутатов, сдающим информатику не хватает компьютеров, а на географии – атласов. «Собираем всем миром по всем школам», – отметила начальник управления образования Наталья Стрижова. Народные избранники предложили написать обращение правительству области на выделение средств из регионального бюджета. Столь же отзывчиво заслушали и дебютный доклад нового начальника управления по делам культуры о туризме. Внутренние въездные туристские потоки с учетом экскурсантов за 2015 год составили порядка 420 тысяч человек, что на 115 тысяч больше, чем в 2014 году. Город активно работает по продвижению туристского продукта на российском рынке. За последние 4 года в Череповце прослеживается тенденция увеличения туристов и экскурсантов. Череповец – горячее сердце русского севера, серебряное ожерелье России. Эти и другие проекты помогают обозначить город металлургов на туристической карте России. Побывали мы в доме музея Верещагиных, очень мне понравился музей, замечательный совершенно, к сожалению, очень быстрый. И побывали на той стороне в усадьбе Галицких, тоже чудный. Как? Гальских. Новому начальнику управления культуры депутаты рекомендовали обратить внимание на статистику. По мнению некоторых народных избранников, цифры в сфере туризма и культуры весьма и весьма необъективны. К примеру, сколько реально взрослых череповчан пользуются услугами библиотек и сколько реально туристов приезжают из других стран и регионов город металлургов. Кстати, в этом году в планах у нового руководителя сферы культуры увеличить в 1,5 раза количество туристических теплоходов, прибывающих в Череповец. Вера Кучеренко, Дмитрий Махов, новости.